лунки у меня уже были подготовлены. Был я здесь несколько дней назад. Хапушки хлопок. Сейчас распаковываем. И погнали, друзья. Только-только вот рассвело. Погодка сегодня ветреная опять. Вот я бурана поставил специально против ветра. И забыл, конечно же, полок с собой взять. Ну, ничего страшного. Поехали. Какой красавец прилетел. Вот, друзья, посмотрите. К сожалению, забыл крепление для камеры. Буду снимать с рук. Гнездо или... А нет, они там. У них брачный сезон, наверное, скорее всего. Разговаривают. Но природа свежая. Красота. Поклевок пока нет. Мы располагаемся. Красивый восход. Рано приехали, друзья. Ветерок, холодно, апрель месяц. Друзья, тишина, не поклевок. И вот в этой вот хапушке сижочек такой небольшой, ну, нормальный, сидит. Тихонечко присел и не шевелится. Поклевок нет. О, рыбалка у нас. Хапушку хлопок. Сишки двигаются маленечко. Я еще там пытаюсь на махалку ловить, но ничего не клюет. И погодка вот испортилась. Видите, был такой красивый восход. Сейчас тучи, ветер. Щуки не видать. Видно, готовится щука. Походу в основном. Вот это рыба! Ребята, это вообще улов. Классный. Друзья, хочу посоветовать вам отличнейший нож. Нож «Стальные бивни». Отличный помощник на рыбалке, на охоте, разделка рыбы, дичи. Ссылочка в описании. Продается сразу вот с таким вот отличнейшим чехлом. Ставил, одел на шею и пошел. «Стальные бивни», отличный нож. У меня ножик уже 1,5 года. Это у меня номер 2. Служит верой и правдой. Ссылочка в описании, друзья. Стальные бивни. Вот, друзья, вот такая вот рыбалка. Такой вот леночек попался классный на хапушку хлопок. Сегодня, к сожалению, я без штатива, без крепления. Но ради такой рыбки стоило приезжать. Точно улов. Друзья, рыбачим, рыбачим. Как я говорил, что я штатив забыл. Рыбалка прет потихоньку, и поймали мы сегодня карася. Первый раз здорового, смотрите, какой карась мощный. О, вот это лопач. Само то. О, какой карасик. Вкусный будет, друзья. Опа. Ну и щука сразу есть. Рыбачим, вот сидим, смотрим поклевочки. Хлопок, как на удочку, только внутри там сетка небольшая, раскладушка. Так, ну что, продолжаем дальше рыбалить. Сегодня у нас вообще разнорыбица: ленок, сижок, карасик и щука. Все, друзья, на сегодня рыбалочка заканчивается. Сейчас будем собирать хапушки и погоним домой. А рыбу поймали нормально. На еду хватит. Кому интересно, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем ни хвоста, ни чешуи. Удачи, добра, здоровья, самое главное, и терпения в наше нелегкое время. Всем пока-пока. Вот, ребята, вот так мы ездим домой.